Чё, кого, ребята? В прошлой серии мы остановились тут и так и не зашли. Короче, вот в это вот место интересное. Давайте я ща, короче, сделаю потише, иначе я сейчас оглохну. Ну, скажем, вот таки. Ну что, давайте пройдем туда. Ща будет эпичная битва с боссом, да? А вот и Skull Kid. Татал! Тайл, мы тебя искали! Эй, Skull Kid, ты должен отдать маску, надетую на тебя, должен! Эй, ты меня слушаешь? Болото, горы, океан, каньон. Быстрее, четверо тех, кто там. Доставь их сюда. Молчи, глупая фея. Нет, что ты сделал с моим братом? И ты думаешь, что останешься нашим другом после этого? Хорошо. Даже если вы пришли, меня уже ничто не остановит. Хе-хе. Взгляните наверх. Если вы считаете, что сможете остановить это, попробуйте. А. Ома. Че делать? Ну я говорил, босс батл, наверное. Дайте F5 нажму, сохранюсь. Так, отлично, у нас тут время. И... А, да, мы же можем стрелять, ща. Где ты? Где он? А, на-на. Ща. Ща мы его... А! Натя, понял? О, ништяк, ща, да, нужно это. Взять, ща. Как говорится. Я вернул Карину времени. Теперь что я могу? А что играть могу? Да я знаю, как это играть. Неожиданно тебе нахлынуло воспоминание о принцессе Зельде. А, это я помню. Лево, вверх, вправо. Там песня такая есть. Ты покидаешь Хиру, не так ли? Прошло так мало времени, но мне кажется, будто я знал тебя всю жизнь. Я никогда не забуду эти дни, проведенные вместе с тобой. И я всей душой надеюсь, что настанет день, когда мы встретимся вновь. А пока, пожалуйста, возьми это. Прошу тебя, пообещай, что с тобой все будет в порядке. Если попадешь в беду, то вспомни эту мелодию. Ага. Это песня времени. Ой, упс. Олег, короче, лоханулся. Да я помню ее. Это мелодия, которую ты неожиданно вспомнил. Песня воспоминания о принцессе Зельде. И мы ушли, да? И как мне вообще песня времени поможет против этого засранца? Богиня времени защищает тебя. Если ты сыграешь песню времен, то она поможет тебе. Ну все! Ой. Очнись же, наконец, что ты делал, соберись! Убери эту старую Карину, она нам не поможет. Кто-нибудь, богиня времени, пожалуйста, помогите нам, нам нужно время. Так, опа-на, эпично. На паузу ставим, выбираем Охарину и играем.
Где ты достал этот инструмент? Я этого точно не ожидал. Окей. Ой, что? Что это за хрень вообще? Сохраниться и вернуться к началу первого дня? А зачем? Ну, к примеру, да. И что мне это даст? И я заново начну, и какой смысл вообще? Я просто не вижу в этом смысла. Зачем я это сделал? Ну, взял, сбежал. Я думал, я сейчас ударю его, я не знаю, так эпично. А, вот сюда ж! И опять снова. Деку скру. День первый, Блин, а что делать-то, не пойму. Какой смысл? Ну, я вижу то, что я продвигаюсь как бы по игре. Ну, сыграл я время. Что случилось? Опять все? Ну вот. Теперь снова, блин, все искать. Да вы издеваетесь. Повторяется. Ой, блин. Это песня, которую ты сыграл, этот инструмент. Этот инструмент! Стой, точно, твой инструмент! Продавец масок сказал, что если ты вернешь предмет, который у тебя украли, то он возвратит тебе прежний вид. По-моему, он говорил про маску. Ты что, уже все позабыл? Или в этот раз он хотел Карину? Ну, окей, пусть берет Карину, но возьмет мой... Точнее, вернет меня в прежний облик, и я, в принципе, не против. Что это? Да, 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 ты вернул его, вернул! Откуда у него тут пианино взялось? Слушай меня, пожалуйста, сыграй эту песню, которую я исполню, и хорошенько ее запомню. Я это не знаю. Ну давай, 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 ща сделаем. Песня исцеления. Ого, что-то новое. А, я понял. И теперь я могу снова превратиться в того, в кого я могу превратиться изначально. Что за бред я сейчас сказал? Эта мелодия снимает чары зла и изменения первоначального облика, превращая их в маски. Я уверен, что она поможет тебе в будущем. Ах, да, я дарю тебе эту маску в память об этом дне. Не бойся, волшебство было запечатано внутрь маски. Надев ее, ты превратишься в такую скрупу, сняв ее обратно в человека. Ай! Ты получил маску Деку как сувенир. Нажми старт, ну да. Надень ее, превратиться в Деку, нажми С, чтобы стать человеком. Я сдержал свое обещание. Пожалуйста, дай мне то, что ты пообещал мне. А я дам? Неужели? Ты не вернул мою маску назад? Что ты наделал?
А если ты оставишь мою маску, то случится что-то ужасное. Маску, которую у меня украли, она называется Маска Маджоры. Это проклятая вещь. Легенда гласит, что ее использовало древнее племя в своих ритуалах. Легенда также гласит, что человек, надевший эту маску, наделялся злыми силами. Согласно легенде, беды, причиненные маской Маджоры, были огромны. Древние, опасаясь катастрофы, запечатали маску в тени, навечно отгородив ее от злых рук. Но легендарное племя исчезло, и теперь никто не знает об истинной силе этой маски. Аж мурашки пошли. Это случилось. Я прошел огромный путь, чтобы получить легендарную маску. Найдя ее, я почувствовал гибель темного предзнаменования. Это было так неприятно, что волосы встали дыбом. Этот чертенок украл ее. Я тебя умоляю, ты должен вернуть эту маску назад, или случится что-то ужасное. Я тебя умоляю, умоляю, ты должен сделать это. Правда? Ты это сделаешь? Я был уверен, что ты это скажешь. Все будет в порядке, ты это сделаешь. Верь в свои силы, верь. Ну окей, спасибо, что хотя бы не убил меня. Так, что ты еще мне скажешь? Все хорошо, я верю, ты вернешь. Остался один хаш, но время не вечно, используй каждую секунду. Я в тебя верю, я буду ждать тебя здесь. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Отлично, я теперь не дыку, короче. Теперь я могу делать свои любимые вещи. Это маска. Скулкет использовал силу этой маски, чтобы делать эти ужасные вещи. Ладно, во всяком случае, мы должны что-то предпринять. Болото, горы, океан и каньон. Тайл хотел этим что-то сказать. Ну, естественно, небось там что-то есть такое интересное. Но горы, это как в первой части было. Горы, в них обитают эти какие-то гороны. Да, вроде их так зовут. В океанах эти, уже всех забыл. Вообще, какие-то рыбы обитают, вообще, короче, увидим, да. Наверное, он имел в виду 4 района за городом, находящихся в разных направлениях. Ну что он подразумевал, сказав: «Четверо, кто там?» «Я не знаю, он всегда пропускает самое важное. Я думаю, нам просто нужно пойти и проверить». «Окей. Если мы пройдем вон в те ворота, то окажемся в болоте». «Ну давай в те пройдем». «Ой, а...» Чё, ты меня теперь не атакуешь? А может я тебя атакую, а? Может тебе приятно будет, а? А, говно? Слышь ты? Ладно, мы его не можем атаковать. Зато мы можем использовать круговой удар. Так. Где болото у нас? Вот где болото, я не знаю. Так неохота болтать со всеми. Это нудно, наверное, это пропущу. Я, наверное, сейчас просто со всеми проболтаюсь тут. Если найду что-то интересное, я это не стану вырезать, короче, покажу. О, а тут тир есть, можно зайти, кстати, там вроде награды дают там. А, ну да, мне же нету рупиев. А почему у меня нету рупиев? Рупии, точнее. Они же у меня были, что за фигня? Наверное, я со временем там побаловался, у меня рупии отнялись. Но что мне тогда делает карта? Вот это тут, конечно, странно, но... Ладно, короче. Короче, давайте выйдем отсюда и там возьмем что-нибудь. Стой, зачем ты идешь в каньон? За городскими стенами очень опасно, поэтому я не пропущу ребенка, как ты. Меч? Мы извиняюсь, сэр, я вас не оценил. Можете идти. Каньон каменной башни лежит в этом направлении. Но мне порекомендовал, кажется, как его там... Как тебя? Татл? Да, Татл, ты мне порекомендовал все-таки идти куда-куда-куда. На болото? Тогда пройдемте на болото.
Нужно было... О май гад. Это не болото. А, это фея, да, вообще это. А, ну да, я же мог возвратиться к фее, короче. Чтобы она мне дала какую-то там суперспособность. Она вроде как это говорила. Так что давайте пройдем к ней, чё. Только... А, вот. А, да, те же снова, блин. Мы же время отмотали, поэтому... В общем, мы должны найти еще раз эту фею и все-таки отнести за. Интересно, а где сейчас эта фея-то? Она же тут была вроде как. Да, она тут была, но ее что-то теперь нету. По-моему, она сменила свое место, и теперь мне нужно найти ее в другом месте, как я понимаю. Что это? Магазин. Нахрен магазин. Что это? Фактория. Ой, опять ты. Здорово! Я тебя уже слышал. Не буду я с тобой танцевать. Пощель в жопу. О, мне очень жаль. Да еще. Я знаю эту фигню. Я уже слышал об этом. А, или я же тебе должен... Ща. Ну окей. По-моему, я должен ему спеть какую-то свою собственную музыку, чтобы потом ее использовать, и в будущем что-то произойдет прикольное, но я не знаю что, но все-таки произойдет. Давайте так. Ща. Ого, да! Блять, не мелодия, да еще. Да, мне плевать на твой. А выучить, блин! Хочешь выучить? Да. О, да, слушай, если ты сыграешь что мелодию сзади наперед, то сможешь замедлить поток времени. Если сыграешь каждую ноту дважды, ты сможешь перескочить на полдня вперед. То есть я могу замедлить время? А давайте попробуем. Сейчас сохранимся на всякий случай. А, это исцеление, тупой Олег. Да нет же! Что мне там за время-то говорил? Может, это именно то, что я ему спел? Ну и чё, и ничего. Чё я ещё делаю? Чё я ещё творю? Здорово! Чё ты хочешь? У меня же есть такая штука. Так, поговорить. У нас самые лучшие вещи, только ты не смотри. Ну ладно. Мы уходим отсюда. Тут что, бомб-шоп? Опять какие-то бомбы. Вот Гарун, кстати. Эй, здорово. Ты пришел купить бочонок с порохом? Только между нами, у меня есть громадная бомба, которой никогда нет в магазине. Ох, но она такая тяжелая, я думаю, ты ее не унесешь. И даже жаль, что я ее поднял. Жалко. Поездка на Луну, записка, используй бомбу, снабженную полетом. Че, я буду на Луну ездить потом? Как я понимаю. Странно это все. Что у нас тут?
Ого! Эй, мастер! Наш тренировочный центр, работающий круглосуточно, предоставляет возможность улучшить твои навыки владения мечом. Воспользуйся специальной скидкой, действующей до конца карнавала. Ну, попробуешь? Hell yeah! Курс новичка. Прежде чем достанешь свой меч, я научу тебя основам рукопашного боя. Пожалуй, начну с прыжков в сторону. После нажатия кнопки Z нажми А и при этом нажимай А влево или вправо. Попробуй сам. А теперь кувырок. После зажатия Z нажми А, нажимай при этом вперед, чтобы кувыркнуться. Давай. А теперь заднее сальто. Захвати цель кнопкой Z, затем нажми кнопку А, при этом нажимай А вниз. Правой. Теперь пищай в себе, что это блина твой враг, и зачем навыки владения мечом. Первый горизонтальный удар, просто нажми Б, но вперед. Нет! Так трудно нажать одну кнопку Б. А я что, нажал что ли? Не нажимайте! Окей. Ща. Второй вертикальный удар. Нажми Б после нажатия кнопки Z. Ну, поехали! Ща. Оп! Третий выпад после нажатия Z. Нажми А вперед, затем нажми Б. Ну давай. А меня такому не обучали, кстати, первый. И наконец, атака в прыжке. Нажми Б после того, как вытащишь меч, а затем нажми кнопку А. Начали. Не знаю, это туда. Отлично, не забудь то, чему я тебя учил. И не запускай свои ежедневные тренировки, конечно же. Когда ты можешь нажать Р, чтобы защитить тебя своим щитом, ты это знал? Да. Окей, а еще я могу так делать. Окей, 10 рупий мне не хватает, так что пойдемте отсюда. О, раз наша пасть, пожалуйста, подождите. Пасть. Давайте снизу пройдем, мало ли, что там. Нет, куда ведет. Болото. О, вот засранка. Иди сюда. Мы тебя бить будем. Иди сюда. Да-да-да. Я тебя уже помню. Так что. Короче. Идем на болото. Степь Термины. Какие-то птички летают. И музыка такая. А, прям. Так, ну давайте пройдем, что ли. Это что, тыква, что ли, или что это за фигня? Какой-то слизь. Это зеленый чучу. Его нечего бояться. В его желудке можно найти вещи, которые могут пригодиться. Ну, я вижу. Ну и еще такая музыка такая. Ты че? О-о-о. Нечего бояться, он меня тут атакует. Ну окей. По крайней мере, мы можем теперь хотя бы затариться чем-нибудь. А, ну вот и пазлы как раз-таки пошли. Что? Офигеть, он появляется. Ладно, значит, мы можем надеть маску, как я понимаю, да? Оба-на. Опа. Давайте. Чё-то это как-то было стрёмно. Ну окей. Давай. Я не долечу, ведь так? Ну, естественно, нужно найти бобы, как было в первой части. И, короче говоря, использовать их.
Да, по-моему, они вообще безобидные. Или же нет. Окей, пока попаду такой скрубом. Мало ли чё. А что это, кстати, за красная метка на карте? Интересно. Ее вроде раньше не было. Ну, по идее. Или это вот та ворона летучая? Что мне даст вот это вот? И мне это ничего не дает. Нужно прочитать, что у нас тут. Этот вет раньше Романи, родина Романи. Where is my money? А что? Что? Окей. Окей. Это я такой красивый? Что ты туда смотришь? Фу, воняет! А, это фей. О, я помню это. Тайл и я нарисовали его со Скул Кидом, когда впервые встретились. Я думал, это запах, а не фей. Он сказал нам, что подрался со своими друзьями, и они оставили его совсем одного. Предыстория, короче. Какая-то стрёмная штука. Такие звуки издает, я бы обосрался, если бы такое увидел. Какие-то вообще тут стрёмные, не пойму, чит за скелет какой-то, скал, это же череп в переводе. Окей. Я уверена, что это случилось, потому что он всегда жульничал, никто не играл с ним. Но сделать то, что он сделал из-за этого. Оу. Ау! И когда он получил силу... Окей. А что у нас в том бревне тогда? Может, я что-нибудь найду, пройдя? Отлично, теперь тут череп летают. Вон этот, что там мы тут... Хрень подсвечивается, вот эта летающая, можешь ее задеть? Идрить! Что это за фигня страшная? Это Такори, беги, эта птица крадет вещи. Ну же, что ты встал как вкопанный? На такой штуке обосраться можно, ну реально. Отдай вещи! Админ! Отдай вещи! На нафиг! Трехочковый, оба! Дай вещи! Ее убить можно вообще? Не знаю, но можно ее, наверное, воровать, нет? На! Че, one on one давай! Опа! Ну, по-моему, да, у нее тут бесконечная жизнь, как я понимаю. Так что давайте оставим эту хрень в покое. Давайте в этот... на ранчо, короче. Может, там что-нибудь интересное.
Молочный путь. И опять этот там что-то забыл Толян. Что? Кто там бьет, кто там дерется? Камни швыряет. Работяга, короче. Сейчас мы того спустим. Чётенько приземлился. А теперь говори, где мои деньги. Что это, зеленая одежда? О, давай, ранчо. Клява. Ты получил карту ранчо Романи, теперь ты не заблудишься на этой ферме. Да-да, только крикни, чинкл, чинкл, не да-да-да, иди в жопу отсюда. Как же я тебя буду звать, ведь я украду тогда твое название. Точнее, фразу, какое название. Так, окей. Ой, меня сейчас вырвет, наверное. А давайте... тихо. Оу, оу, всего-то. На. Это, наверное, просто хранение, как я понимаю, все-таки. Зачем мне оно, не пойму. Родина специалистов по верховой езде. Заходите, новички, загляните нам на досуге. Ну, я хочу сначала... А где тут? А, вон он. Появился из ниоткуда. Давайте с ним поговорим. Это куда ведет? Ага, раньше все-таки запломбировано. Какой то озорник здесь набедокурил и заблокировал дорогу к ранчо Романи. Прости, я его быстро уберу. Интересно, как долго будет это быстро? О, осталось, пишет. Окей, я как понимаю, сейчас ночь, поэтому я ничего не могу сделать, да? Чё-то я там проглядел быстро. Ну ладно, как я понимаю, все-таки либо нужно ждать дня, либо еще что-то ждать. Какие у меня вообще есть песни? Ну да, только две, то есть исцеление. А как оно вообще мне сейчас поможет, эта песня исцеления? Ну она вообще тут не пригодится тупо. Так что давайте валить отсюда. Чё, что делать-то? Делать тут нечего. Окей. Мы пройдемся тогда сюда. Щёли. Окей. Ой, он снова появился. О, офигел, все-таки атакует меня. Ты че мне врешь, Татал? Нужно сейчас затариться, короче, и посмотреть все-таки, куда идти нужно-то. Ты что-то все реально прослушал тут, короче. Но! Ладно. Что за счет вот эти вот вообще штуки? Вот эти вот красные. Ой. А, я понял. Походу. А тут, как понимаю, нужно что-то, что позволит мне не нырять, а ходить. Не получится, короче. Ладно, я, наверное, не буду мучиться, потому что в первой части были железные ботинки. Возможно, тут они тоже будут. Что это за хрень? Я в песке? Я думал, это лед. Так, ну нахер эту фигню. Ну нафиг. Пришел в жопу. Окей. Морская звезда.
Ну нахер. Татл, что? Блин, Татл, твою мать. А, вот Татл. В воздухе витает запах соли. Поблизости должен быть океан. Но с этой преградой на пути мы дальше не пройдем. Если бы у нас была лошадь... Ой, прости. Да, он намекнул на лошадь. Значит, нам нужна явно лошадь, чтобы пройти туда. А значит, нам нужно идти в другую часть. Тут ледник. И, по-моему, нам все равно не туда. Я уж не буду с ними драться со всеми. Хотя можно попробовать, конечно. Ливер... Окей. Ай! Где же... А, жбан получи! Окей. Не буду я с ним все-таки сражаться. Блин, прям Майнкрафт реально. Вот на стыке, там где снег есть, там где нет снега. А еще на грибе, по-моему, там танцуют голые дяди. Блин, я его фанат. Ино... Он очень настойчив и восприимчив к жаре. Иди нафиг! На нафиг. Окей. Саундтрек тут просто 10 из 10. Но! Но! Ладно. Как там у дядьки пройти? О! Смотри, дырень. А, пройдемте. О май гад. Это же босс из первой части. Или же нет, или же не босс, но, блин. И, по-моему, ему пофигу. Я, конечно, могу бегать вокруг него, но как его атаковать? А, во! Ай! Это будет трудно. Но мы должны справиться. Да ё-моё. Но! Да! Да! Нет! Я сохранюсь. Хоть это немного жульнически. По-жульнически, но... Мне все равно. Нет! Нет! Окей. Ну нафиг это дерьмо. А мы вот так сделаем. Ща! Убил, убил, убил нафиг! Он ща взорвется! Окей, это было классно. Офигеть, я богат. Может его оставить? Или добить? Я просто знаю то, что в первой части максимальное количество, которое я могу взять, это 99 рублей. На нафиг. Давайте оставим его, короче. Или не оставим, может мне дадут сундук. Если там больше рупиев, то все-таки я загружусь. Потому что рупии мне пригодятся в будущем, но не сейчас. Блин, какой-то он живучий реально. Ну, нафиг. Ну, блин. О, все, кахана. Ну да, все-таки сундук появился, я был прав. И он какой-то золотой, там замочек. Блин, жалко, конечно. Но, по-моему, там что-то есть интересное. А, часть сердца. Их могу, конечно, использовать как набивание. Денер. Но тут все равно еще один есть. Так что, если что. Если что, я вижу тут... Музон. И чтобы его прочитать, нужно убить этот мразь. Нет. Бьем. Ай. Блин. Нет, нет. А. Ну все, короче. Сейчас он взорвется. Мы подберем с него деньги. Хотя у нас и так бесконечно. И я попытаюсь сыграть эту мелодию. Да вы что, издеваетесь? Игра. Погоди, блин.
Окей, сейчас будет все. О, отлично. И это все? А если я еще буду настаивать? Ага. Нифига, он больше ничего не дает. Я запомнил ее, да-да, не удивляйтесь, я там. Что за музыка-то? Ну нахер. Хотя давайте поднимемся. Там этот нагишом ходит. Не ходит, а пляшет. Вот где-то он там. Нужно все-таки его проведать. Это что он там один, а? Дай сердечко. Дай. Да. Офигеть, я уже могу и кусты бросать. А, и на мне же должен быть браслет. Твою мать! Точно, блин. Я же могу... Если я могу кусты рвать, то я могу и... Нет? Не могу? Ну окей, не могу. Я думал, я могу поднимать эти большие штучки, потому что в прошлой части у него был браслетик очень прикольный. Где этот, блин, развратник мой любимый? Уже был. Или он только ночью появляется? Ну вот честно, его видел, блин. Он допрыгнул, кстати. О, допрыгнул нафиг. Офигеть. Но сейчас не ночь, так что ничего не могу сделать. И, по-моему, мы столкнулись с такой же проблемой, как и раньше. Мы не сможем пройти и там. И все-таки нам нужно идти по правую сторону, да? Well, shit. Как говорится. Да. О, черт. А если я настоятельно буду... Угу. Нифига ничего не получится, он все равно будет замораживаться. Значит, нужно идти вон туда. Все-таки, или все-таки, все-таки, все-таки. Что-то там за фигня какая-то интересная. Эта серия, блин, посвящена осматриванию окрестностей. Так что... Далеко мы не продвинемся, но все-таки, 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 все-таки... А, ну вот. Что это за хрень? Что это за хрень? Что это за хрень? Ну нахер! Блин. Отлично. О, это было красиво. Я уж забыл, что можно пользоваться щитом. Так что... Иди сюда, крыс. О! Вот как это делается. Давайте пройдем сюда, к горам. Может, что-нибудь будет все-таки. А вообще не будет все-таки. На! Ну, по идее, там что-то должно быть. Да, Олег, там что-то точно должно быть. Не смогу ли я туда пройти или нет, я не знаю. И там опять какая-то хрень. А, нет, погодите, смотрите. Ведь можно подорвать ту хрень. Мы еще попробуем, короче. Нет, 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 нет. Не сюда, не сюда. Да нет! Тупая крыса. Краситься можно вообще? Интересно. И главное, меня не ранило. Ау! Ну чё не взрывается? Чё за фигня? Чё мне все обсирают тут? Ну нафиг, я пошел отсюда, короче.
По-моему, тут тоже ничего нет, как мы можем заметить. Так эти твари взрываются, хотя камень не взрывается. Это плохо, но мы, короче, не сдаемся. Мы идем. И дальше. Как только я закончу осматривать все окрестности, я пойду сразу же в город. И там уже, короче, истрачу деньги на всякие там штуки интересные. Потому что если я это не сделаю, то они у меня, скорее всего, пропадут. Нужно там заново будет со всеми переговорить, это мало ли что. Ой, тараканчики. Это я могу уже разбить, да? Да. И в итоге ничего. Круто. Посмотрел, а там ничего. Тёща здесь сечая. Я уже играю целый час и так и ничего не сделал. Так, окей. Мы осматриваемся. Да-да, не удивляйтесь. Мне иногда, знаете, вот я играю, и иногда даже не знаю, что мне сказать. Я лепячу всякую хрень, потом смотрю запись и понимаю, что я за чушь говорю вообще. Да, я понимаю, что я говорю. Что за чушь я говорю. Угу. Как-то все слишком просто, нет? Ой, я ведь среагировал. Блин. Отлично, палка, дык. Я знаю эту палку, да. Что у нас тут? На! У нас тут опять, блин, рупий 40 у меня уже дофигища, поэтому я ставлю сундук тут и пойду куда-нибудь туда. Чё за фигня? Блин, время кончается, блин. А скоро будет финальный день, и, блин, мне все-таки нужно будет что-то делать. Окей, это какая-то стрёмная площадка. Это не океан, это болото, да? Но я как говорил, нам все-таки нужно было в болото. Ну нафиг. И зачем эти цветки тут? Ну да, я знаю, что мне не надо. Окей, как-то тут слишком много летучих мышей. Все не сделал до того, как она вылезет на землю. Блин, что это за... А, да, это волчара. Окей, блин. Блин, на... Волчар! На! Вот эта вот суператака, которая против него действует, когда он бьет два раза, нужно бить болотный тир. Болотный тир. Тир в болот. Болотный. Ну, в принципе, я ничего не имею против болотных тиров. Но-но-но. Это как-то странно звучит. Эта хрень сейчас набросится на меня. Давай! Да блин! О! О, все, наконец-то. Рыбки. И тир, да, вижу тир. Ну ладно, я думаю, мы все-таки сходим в тир на этот раз. Мы осмотрели окрестности, но не полностью. Мы сходим сейчас в тир. А потом выйдем в город. И там налаживаем всякие отношения и тому подобное. Так, ну чё у вас тут? О, привет, я тебя не заметил. Эй, малец, как жить? Сыграем? Одна игра, два человека. Чего? Шкет, у тебя же нет лука. Ну так дай мне его. Ну ладно. Тогда придется пройти еще дальше. Ладно, все-таки я сейчас просмотрю, что идет дальше, внизу, на юг. Или же мне попытаться как-нибудь... Дойди от меня.
Я сейчас сосредоточен. As hell, как говорится. Иди сюда. Иди сюда, блин. Да чё ты творишь? Иди сюда. Ща. Но! Я хочу посмотреть, может, я туда забраться чем могу еще. Эй, ты. Жопу нюхаешь, чё ты? Окей, тогда надень маску. Еще выстрелим в эту хрень. Но! Все. Все, бан. А Деку с Крубом я могу играть в тире? Больной вопрос у меня. Ну да, естественно. Что я ожидал от этой игры? Ау! 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 Ну ладно. Это было проще, чем я вообще хотел сделать. Ну и ладно. Дрень какая-то. Пройдемте! Окей. Оп, Деку, орехи. А, ну они обыкновенные, они же вообще безвредные, считай. Так что, на... Всё. А что у нас тут? Опять рупии. Ну фиг с ним. Пусть. Или не пусть. А нет, не пусть. Не хочу рупии брать. Мне так их сполна. Ты еще живой? По-моему, я не могу его атаковать, когда я нахожусь в маске. Еще раз так сделай. Но... По-моему, ему было очень больно. Да ё-моё, я только хотел выстрелить. Окей, атакуй меня, волчара позорная. Отлично, я его заморозил, да? А теперь сейчас ударим быстро. Сверхреакция! Ладно, атакуй меня. Окей. Но на этот раз я могу надеть маску и атаковать. Окей. Да, я еще промазал. На. Четенько приземлился. А теперь дай карту. Вотфол. А, да, у меня есть. Спасибо, что предупредил. Так, а вот какой-то сноухэт. Клёво! Отлично. В горах. Только крикни, да-да-да, иди в пень отсюда. Олег, добро и позитив. А, ну тут уже что-то есть, да? Да, по-моему, мне сюда и нужно. Но знаете, пойду-ка я пока что в тир. Пока что. Сейчас посмотрим, сможем ли мы играть. Ну да. Ну и все, там и стой. Берем рупию и уходим в город все-таки. И тут еще сундук, но где он, я не знаю. Что это за мужик? Эй, парень, хочешь снести немного рупий в депозит? Сейчас, если у людей есть деньги, они не хотят их хранить, ничего-ничего. Если положишь достаточное количество рупий за определенное время, получишь приз. Например, положишь 200 рупий, получишь предмет, вмещающий больше рупий. Да.
Отлично, ну... Сколько рупий? Возьми у меня... 60. Правда? Ты правда положишь 60 купис? Yes! Правда? Это много. Как тебя зовут? Нинк? Я не забуду твои вложения. Дай мне поставить тебе штамп спец с чернилами. Эй, расслабься, это не больно. Вот теперь узнаю я тебе, когда увижу. А, теперь я узнаю о тебе, когда увижу. Хорошо, Пайк. Всего я получил от тебя 60 купис. Все-таки, наверное, если я приду вновь сюда, то мне даст чужие рупии, да? Я понимаю. Но если я перемотаю время все-таки. Ты все-таки нашел способ хранения денег, так что... Это классно, ребят. Все, устал, не могу. Я же... Вот каждый раз, Вы кто? Не мешай нам! Чё вы делаете? Вы голые. Ну ладно, как хотите, а что у вас тут тогда? Ладно. Удачи вам всем. Хорошего дня. Я прощаюсь с вами. До свидания.